Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. Як стати предпринимальником у 18? Наші кореспонденти висвітлили, які варіанти підтримки пропонують молоді у рішенні кадрового питання. У год малой родимы особливая увага подтримцы мясцовых инициатив и створению умов для поляпшения якости життя насельництва. На выниковой коллегии Головного управления идеологичной работы культуры и по справах молоди Гомельского облаканкама побывали наши корреспонденты. Гомель захавае статус зеленого города. Специалисты огучили планы по озеленению областного центра. А зараз об этом и іншим больше подробязно. Харчовая безопасность страны является основой успешной экономики. Это отзначил президент Беларуси Александр Лукашенко на урочистой церемонии уручения державных узнагород лепшим работникам аграрной сферы страны, передает Белта. Особливое слово удячности президент выказал лидерам года по сборы сбожжевых. Порадовали у минулым годе и поспехи жывеловодов. У першиню Украине среднегодовый удой молока досягнул исторических 5000 килограммов. Александр Лукашенко отзначил, что Беларусь выходит у першую групу краін з высоким узроўнем забяспечанасці прадуктамі харчавання насельніцтва. Пры гэтым кіраўнік краіны назваў вельмі важным тое, што забяспечваючы патрэбнасці айчыннага рынку, беларускія прадпрыемствы захоўваюць і свае экспартныя пазіцыі як на постсавецкай прасторы, так і ў асобных дзяржавах Еўрасаюза, а таксама арабскага, азіяцкага, афрыканскага і лаціна-амерыканскага рэгіёнаў. Гэта больш за 60 краін. У Гомелі продемонстрували реалізовані проекти у соціально-культурної сфери і назвали пріоритетні накірунки ідеологічної роботи на 2018. У год малої родіми особлива увага буде звернута на підтримку місцевих ініціатив і створення умов для поліпшення якості життя насельництва. На виніковій колегії Головного управління ідеологічної роботи, культури і по справах молоді Гомельського облвиконкама побували наші кореспонденти. Ідеологічна робота має на увазі цілий шерг накірунків, і дійність установ культури займає у гэтым пераліку далеко не апошнє місце. Причому розмова йде не тільки об реалізації державних соціальних стандартів по обслуговуванні насельництва. В апошній час на Гомельщині шмат уваги надається захованню і розвитку історико-культурної спадщини. Музей хліба у Чачырскім районі, центр ткацтва у Будакашалёўскім, екомузей гаючих трав у Рагачовським. Гэта тільки невеликий перелік установ, які відкриті у регіоні. Причому некоторі з них набули агульно-республіканську відомість. Октябрьский районный центр рамёства у гэтым годзе атрымаў специальную премию президента Республики Беларусь за захаванне и развитие ткацких традиций и активную выставочную деятельность. У нас в 12 мастерских дома ремесел занимается более 100 детей. Хочу сказать, что из 11 работников дома ремесел 5 работают в агрогородках, в учреждениях культуры агрогородков. И там также дети занимаются. Еще один накірунок, который постоянно находится у поле зроку идеологов – музейная деятельность. Тут так само есть установы, которыми Гомельщина может гонориться. Жлобинский историко-краязнавчий музей занесены на дошку гонору Гомельской области, а Гомельский державный цирк – на республиканскую. У Гомеля открыты мобильный планетарий и створены первый в Украине музей друку. Гомельский палацово-парковый ансамбль увайшоў у пятерку самых наведываемых туристами мест в Беларуси. Дальше каплица палаца включена у список объектов историко-культурной спадщины, реставрация яких ведется под эгидой Министерства культуры. На данном этапе ведется разработка проектно-сметной документации и формирование утверждения бюджетной части. Я думаю, что ресурсов, которые будут выделяться, нам хватит на завершение работ по часовне-усыпальнице и для мощного начала работ по хальчу. Непосредно подчас посяджения размова как о поспехах, так и недопрацовках. Недостатково выкористовываются махчимости громадских организаций. Довольно низкая эффективность работы информационно-пропагандистских групп. У некоторых районах яны могут постоянно наведывать одни и те же предприемства. Але практически никоры не сустракаются с такими категориями, как пенсионеры и предпринимальники. И бодай самое головное, сегодня необходимо учиться самим и учить инших зараблять. Инакше сказать об реальном повышении добробыту будет складано. На сегодняшний день самое главная задача – это наращивание экономического потенциала. Каждое учреждение культуры должно нести не только великолепную творческую составляющую, но и научиться зарабатывать деньги, потому что это не только уровень заработной платы работников сферы, а это укрепление материально-технической базы. Главная задача сегодня – завершить важную политическую кампанию, выборы в местные советы депутатов, и сегодня каждый человек должен понимать, что от его голоса зависит будущее его региона. Олесь Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадо компания Гомель.
Выники работы у минулым годе так само подвели у региональном управлении аховы здоровья. Коллегия проходила на базе Республиканского науково-практичного центра радиационной медицины и экологии человека. Встреча началась с урочистого узнагородження. За шматгодовую працу и высокий профессионализм медицинские работники Гомельской области отримали нагрудные знаки. Затем удельники коллегии перешли до обмеркования летошних выников. З ліку показчиков, которые удалось выполнить, бодай самый главный – захование становшей тенденции снижения уровня смертности. По этому показчику Гомельская область занимает третье место после Минска и Брешины. Так само у 2017 году означалось поляпшение кадровой ситуации. До працы приступили больше, чем 400 молодых специалистов, около 76% из них у районных медустановах. Зараз основная увага будет накирована на профилактичную працу с працездольным насельництвом, поляпшение организации деятельности у напрямку дятинства и рододопомоги, а так само у развитии специализованных и высокотехнологичных видов меддопомоги. На мой взгляд, на сегодняшний день есть объективная необходимость оптимизировать коечный фонд, штатное расписание, сеть. Несмотря на созданную сеть и организационные структуры, необходимо оптимизировать и наладить системность в работе по детству и родовспоможению, и, конечно, развивать специализированные и высокотехнологичные виды медицинской помощи. Поскольку на сегодняшний день наши ведущие республиканские научно-практические центры этими технологиями обладают, и их нужно адаптировать на гомельской земле, дабы мы сохранили те позиции, которые имели последние годы. Гомель повинен застаться зеленым городом. Такая концепция закладена в проекте по озеленению областного центра, который сейчас распрацовывается у гарвыканкаме. Только в минулом году было высажено около 6 тысяч древ. Сёлета эта работа протягнется. Об этом шла размова подчас пресс-конференции, которую провели представники областного управления МНС и областного комитета природных ресурсов. Зеленой темой поцікавився Олег Сентюров. Лічби, которые огучивают в областном комитете природных ресурсов и охови навокольного осяроддя, у минулого В году у населенных пунктах Гомельской области было посажено мать 15 тысяч древ. Сегодня такая количество зеленых насаджений увеличится еще на 19 тысяч. При этом перевага дается видам, которые наиболее устойливые до городских умов. По этой причине, до речи, у Гомеля отмовились от тополев и каштанов. А проча того, разглядается возможность посадки древ, узрост яких складає уже несколько годов. Такие технологии існують, але для Гомельской области они станут ноу-хау. Такие методики они есть, они есть. Значит, применяются и в Российской Федерации. Значит, но чтобы подготовить дерево вот такого крупного калибра, чтобы посадить, это тоже не один год надо вырастить. Конечно, более зрелые деревья, они, значит, лучше и принимаются, и активнее, значит, оказывают свое природоохранное влияние. Одночасово с посадкой новых древ экологи осуществляют контроль за оховой уже існующих рослин. За их незаконную высечку предупреждены штраф у померы до 50 базовых величин, плюс компенсация шкоды, нанесенной новокольному осяроддю. Что тычется древ аварийных, то тут позиция однозначная. Их необходимо убирать. Зеленое насаджение любить можно и навт необходимо, але только до того часу, как они начнут выявлять реальную погрозу для здоровья и життя людей. У минулом годе только у Гомеля 1720 древ признаны небезпечными, и каждое из них могло стать причиной несчастного выпадку. Об небезпеке, которую створяют аварийные древы, можно мерковать по ситуации, которая возникла на Гомельщине у вынику несприяльного надворья на початку лютого. Тогда мокрый снег и мощный ветер повалили 33 древы. У вынику пошкоджены 13 автомобилей, у яких, на счастье, у той момент не было людей. 8 древ опинулись на проездной части, что створило проблемы для дорожного руху. У областном управлении Министерства по надзвичайных ситуациях у вогуле закликают больше уважливо ставиться до озеленения дворовых территорий. У некоторых выпадках машины вартовальников не могли трапить на место здарения не только по причине великой количества приватных автомобилей, але и наявности высоких древ каля домов. Хоть что тычется автоуладальников, для их так само есть конкретная пропанова. Когда идет большое насаждение деревьев вдоль 9-этажного дома, 5-этажного, что в случае пожара мы даже не можем автолестницу подать из-за деревьев. Где-то кроны подрезали, где-то деревья через одно подрезали. То есть эта работа была заранее проведена. Но на данный момент, конечно, граждане где-то пострадали из-за падения деревьев в дворовых территориях. Если бы его автомобиль стоял на стоянке, понятно, этого бы не произошло.
И у протяг тема озеленения по час тыдня лесу, які традиционно проводится у весну, сёлета на Гомельщине плануется посадить каля 11 тысяч древ. Перекладно 100 лишь саджанцев было высажено и в минулом годе. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Питання праця уладкування для кожного чоловіка – одно з головних. При гэтым, як ні дзіўна, сьогодні повучыцца паспяховому вырашэнню працоўнай задачы треба у молодого пакалення. Наші корреспонденты знайшлі юных бізнесменаў і даведаліся, што ў 18 гадоў распачаць сваю справу не так складана, як многім здаецца. Вікторія Калюк атрымлівае професію архітэктара і ўжо робіць упэўненыя крокі на шляху да эканамічнай самастойнасці. У 17 гадоў дзяўчына паступіла ў Білдут і адначасова пачала займацца вязаннем. Вучылася па роліках у інтэрнэце. Фінічкі, бірулькі для сяброў, спачатку гэта было хобі. Але аднойчы Вікторія задумалася пра тое, каб пераўтварыць яго ў міні-бізнес. Падрыхтавала прэзентацыю і вырашыла заявіць пра сябе на конкурсе «Моладзь і прадпрымальніцтва». Мы рашылі зрабіць такой ход канём, і каб як-то удзівіць всех, решила сделать куклу именно по образу человека. И выбор пал на Кустовую Леонидовну, потому что она такая успешная женщина. Она пример того, как женщина в бизнесе может добиться успеха. Смелая идея принесла Виктории перемогу. Наступным кроком стал походу податковую инспекцию. С того часу, вось уже 2 года, Виктория официально заявляется ремесником. Ожидающая заказать ляльку со своим обличьем есть заусюды. Для усобления идеи Виктории достатково фотографии. Одна лялька каштуе каля 50 рублей. И для студентки это добрая финансовая подтримка. Новой приступкой у развития авторской справы стал удел у проекте «100 идей для Беларуси». Девчина прошла 3 этапа кастингов. У этой дни чекая вырашального отказу с Минска. Однако признается, что уже зараз бачить пленный выник. Очень приятно знать, что вот я прохожу наравне с серьезными проектами. Если бы не 100 идей, я бы сейчас так сильно не продвинулась. То есть это даже дало толчок. Я уже оформила и визитки, и сделала и стикеры все, и даже бизнес-план. За годы основания конкурс «100 идей для Беларуси» стал первой приступкой на шляху до властного бизнеса для многих молодых людей по всей краине. Тем более, что деликатные паростки трапляются на сприяльную глебу нового правового поля. Специалисты отмечают, что с недавним принятием шерого указа тем же ремесленникам теперь дозволено брать вучнев, рекламовать свою продукцию в интернете и пересылать ее по почте. Например, Виктория Калюк уже обзавелась покупниками у России и Израиля. Увогуле приватному бизнесу дали зеленое светло. Заявный принцип – минимум проверок, прозрыстая и простая система податка обкладания. Зараз регистровать ИП не треба одразу у 30 выпадках. Больше пыльня наступить на працовный рынок молоди да поможе и не недавно подписанный декрет №1. Благодаря этому декрету упростятся какие-то моменты именно законодательные в плане трудоустройства молодежи, и мы это обязательно используем. Мы понимаем, что работа в летнее время – это в том числе и профориентация их, потому что сидеть за школьной скамьей – это одна учеба. Когда он летом, если он обучается в Белгуте, поработает на стройке и более в практике увидит, что это и как, то это по-любому положительно отразится на его трудоустройстве в дальнейшем. На Гомельщине шмат прикладов того, как сезонный способ заробку переутворялся для молодых людей у постоянное место працы. До речи, штабы працовных справ БРСМ уже открыты и чекают жадающих працаулаткаваться на час летних каникулов. Усяху по прогнозах у новым працовным семестре примут удел каля 10 тысяч молодых людей. Разом с тем, во всех комитетах в области чекают и жадающих стартовать на рынку працы у якости предпринимальника. Для удельников проекта «100 идей для Беларуси» проводят майстер-классы. Будучим бизнесменам расповедают, как складать бизнес-планы и учить за 5 хвилин презентовать проекты так, как затекавить инвесторов. Тем больше, что пераможцев проекта чекают миновито такие перспективы у Беларуси, России, Казахстане и інших краинах. Але самое главное, 100 идей для Беларуси допомагает не просто развиваться, он разбирает психологичные барьеры. Бо многих на шляху до своего бизнеса спыняет сутность веду у ведении предпринимательства и податковой документации. А те, у кого уже есть подобный опыт, признаются, что бояться по сутности нема чего. Просто пошла в налоговую, пришла, сказала, что я хочу заниматься ремесленничеством, спросила, что для этого надо. Буквально пару дней нужно было принести там ксерокопию паспорта, купить книжку. Ну, в конкретном ремесленничестве тут вообще не стоит ничего опасаться, бояться. Просто идете в налоговую, объясняю, как, что делать. Самое главное – не бояться пробовать, постоянно искать, не бояться повторять чужих идей, потому что это очень останавливает.
У свои 19 Виктория дает каштовные парады и упевненно рассказывает про свою будущую. Каже про то, как важно не бояться идти по чужих следах и учиться на поспеховых прикладах. У ее планах створение буйной майстерни, где одни могли бы учиться творчести, а другие набывать пленных працы и радовать себе и своих близких. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель». Сьогодні у Гомелі відбувся конкурс дослідчих і творчих робіт навученців під назвою «Гаазовські читання». Гэта штогадовая падзея, нязмінная пляцоўка якой з'яўляецца гімназія номер 58 імя Фёдора Пятровича Гааза, памяці якога і прысвечана мерапрыемства. Сёлета конкурс адбыўся ў 18 раз, сабраў больш за 100 навучэнцаў са школ і гімназій Гомельскай і Мінскай абласці. Выступленні канкурсантаў праходзілі па 10 секцыях, у тым ліку па гісторыі, грамадазнаўстве, праваслаўнай і сусветнай мастацкай культуры. Тэматыка работ была шырокай, ад традыцыйных страў Чачэрскага раёна да праблемы рабства ў свеце, ад біблейскіх матываў у казцы «Снежная каралева» да жанру фэнтэзі ў сучаснай літаратуры. Работы навучэнцаў ацэньвалі выкладчыкі ВНУ, пісьменнікі, журналісты, прадстаўнікі гомельскай епархіі і настаўнікі. Па выніках конкурсу ў кожнай з секцый была названа тройка пераможцаў. Пры гэтым арганізатары адзначаюць, што развіццё спаборніцкага духу дзяцей не галоўная мэта мерапрыемства. Целямі данного конкурса являецца поиск, выявленне, развіцце і падзержка дарённых учащихся, а также профарыентацыйная работа, развіцце і укрепленне сотрудничества между учреждениями образования города, области, регионального и международного сотрудничества. Новоўвядзеннем сёлетняга конкурсу стало тое, что организаторы пропоновали усім жадаючым покинуть запис у кнізе уражанняў. Вырашено, что яна стане обовязковым атрибутом наступных газовских чытанняў. До новинок культурного життя региона. У выставочной зале Гомельского державного университета имя Франциска Скорины открыли экспозицию под назвой «Марковскому роду няма пераводу». На ей свою уластную коллекцию предметов побыту и народных костюмов представили Вольга и Виктор Шипковы. Уроженцы вёски Марковичи привезли со своей малой родимы каля 500 предметов побыту, прилад працы, ручников, аутентичных и реконструированных строев. Сбирать коллекцию сестра с братом почали еще подлетками. Любов до фольклору заклав школьный хореограф. Хутка пришло и жадание заховывать и коллекционовать материальную спадщину продков. Усе выставленные предметы бытовали ранее у вёсках паўднёва-усходней частки Гомельска-Чарніговского помежа. Дарэчы, Виктор Шипков – супрацовник милиции, а Вольга – студентка факультета психологии и педагогики ГДУ имя Франциска Скорины. Однако, не глядя на занятость на работе и в учебе, семейная коллекция Шипковых пополняется и сегодня. Тут вельми шмат речи от моих прабабулей, бабулей и некоторые зразки икон и, так сказать, набожники, так само, которые переходили у нас с поколения в поколение. Именно вот эти речи и склали основной фонд коллекции. А уже потом, когда проявилась цікавость до непосредственно фольклору, когда я начал заниматься сбором песен, танцев, менавіта переймать игру вязковых гармоністов, начал заниматься плотно гармониками, то вот все эти речи начали, так сказать, потихеньку, как маленькие ручейки, стекаться до великой речки и вылились в такую выставу. Обласны центр наполнился святлом. У Гомель з'ехаліся десятки артистов и коллективов с Беларуси, России и Украины, которые работают со световыми эффектами и уникальным реквизитом. Усе гэтыя люди – удельники штогадовага фестивалю святла «Гомель Light Fest». Ён распачаўся учора знаёмствам и майстер-классами. Сёння проходил галоўны конкурсный день. Месцам творчага спаборніцтва стал центр инклюзивной культуры. Дякуючы гэтаму шанс долучиться до международного фесту и стать сведками видовищного шоу отримали люди с обмежованными махшимостями. Увогуле, побачить концертное выступление могли усе жадающие бесплатно. На сцене симбиоз циркового, эстрадного мастерства и, як не дивно, электрики. Усе гэта дозволяя представить довольно эффектные нумары. Журы оценивали режиссуру, сценичного особления нумара, узровень профессионализма, майстерство володания телом и реквизитом. Дарэчы, фестивалю усяго 3 гады, але уже с дебюту ён мае статус международного. Гэты вид мастацтва зусім новым. Аднак с кожным годом до яго долучаются все больше людей по усім свете. У нас это начинается, это такой своеобразный вид творчества. Он сложен, потому что он включает в себя это
и хореографические пластику, и световые номера требуют определенных финансовых вложений со стороны исполнителей. Подготовить такой номер – это сложно, но есть люди, которые этим занимаются. Их, может быть, пока в Гомеле не так много, но мы для того фестиваля проводим, чтобы именно этот необычный жанр творчества развивать, продвигать, знакомить с ним других людей. У Гомелі сьогодні розпочався чемпіонат Білорусі по легкій атлетиці у закритому помешканні серед спортсменів з порушеннями слуху. Гэтае спаборніцтва – перший буйний старт у спортивному календарі 2018 года. За узнагороди змагаються мацніші атлети з усіх регіонів України. Усього заявлено 48 спортсменів. Многі виступають одразу у нескольких дисциплінах. Окрім чемпіонських медалів, на парадку дня – місце у національній команді. По результатам цього чемпіонату буде определено окончательный состав сборной команды, которая будет участвовать в чемпионате Европы по легкой атлетике здесь же, в Гомеле. Чемпіонат Європи по легкій атлетиці серед сурдоспортсменів пройде у Гомелі з 20 по 24 соковіка. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.